сейчас мы начнем прочитать все законы, все основные законы от Библии. Первый. Волосы и бороды. Волосы и бороды. Об этом сейчас прочитаем. У него есть законы для этого. Сейчас мы открываем. Левит, глава 19, стих 27. Левит, глава 19, стих 27. Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твои. Еще раз. Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твои. Не стригите, головы вашей кругом. А я сейчас повторяю. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твои. Головы вашей не стригите. Не стригите кругом и не порти края бороды твои. Это его заповедь. Это очень нужно. Если он это так сказал, мы должны сделать, что он хочет. Мы должны сделать, что он хочет. Если ты или вы любите его, или ты любишь его, надо сделать это. Это не тяжко. Это не трудно. Это не тяжко, пожалуйста. Это очень легко сделать. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Поэтому у меня это борода. Дальше. Мы открываем. Левит, глава 21, стих 5. Левит, глава 21, стих 5. Они не должны брить головы свои и постригать края бороды свои и делать нарезы на теле своем. Еще раз. Они не должны брить головы свои. Это. И постригать края бороды свои. Постригать это не надо. Нельзя постригать это. Нельзя. И делать нарезы на теле своем. Это тату. Это тату. Он сказал, вообще не надо делать нарезы на теле своем. Нельзя нарисовать ни такого образа на свое тело. Никогда это сделать. Это не наша культура. Это никогда вы можете об этом прочитать в Библии, где наши предки сделали это. Никогда они это сделали. Поэтому наш Бог здесь сказал, делать нарезы на теле своем, это нельзя. Это нельзя, не надо это сделать. Никогда это сделать. Никогда это сделать. Это неправильно. Это грех пред нашим Богом. Дальше. Мы открываем сейчас первый Коринфянам.
Фновам завіті. Другой закон. Первый Коринфянам, глава 11, стих 3. Хочу также, чтобы вы знали, чтобы израильские люди знали это, что всякому мужу глава Христос. Наша глава – это Христос. Все мужи. Еще раз. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава, муж. Муж своим муж, он твоя глава. А Христу глава Бог. Дальше. Стих 4. Всякий муж, молящийся или прорешествующийся, покрытая головой, постижает свою голову. Еще раз. Всякий муж, молящийся или прорешествующийся, покрытая головой, постижает свою голову. Например, если у меня шапка на голову, когда я прочитаю Библию, это грех. Это неправильно. Все муж должен есть открытая головой. Все муж должен пророчествовать с открытой головой. Если вы покрываетесь вашу голову, это значит, что вы постигаете Иисус Христос. Поэтому мы об этом здесь прочитаем. Если вы это сделаете, не надо продолжать. Не надо это сделать от сегодня. Еще раз. Всякий муж молящийся, когда вы молитесь, должен молиться с открытой головой. Если вы муж. Всякий муж молящийся или прошествующий с покрытая головою, постижает свою голову, Иисус Христос. И всякая жена, молящаяся или прорешествующая с открытая головою, постижает свою голову. Это значит, что вы постижаете твой муж. Дальше. Ибо это то же, как если бы она была обритая. Значит, что все жена, когда вы молитесь, или когда вы научитесь ваши дети или дочери, это Библия. Вы должны покрывать вашу голову. Это грех, если вы это не сделаете. Это очень серьезно. Поэтому еще раз, потому что
Я знаю сейчас, есть много людей думает, это не серьезно, это ничего, это маленький, это все серьезно. Маленький, великий закон, все очень серьезно с Богом. Поэтому Иисус Христос сказал это еще раз. Матфея, глава 5, стих 18. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земли, ни одна йота, или ни одна черта не придет из закона. Это не просто крещение. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Я знаю, наши люди, мы не считаем все его законы очень серьезными. Но это очень серьезно. Поэтому Иисус Христос сказал это в Матфея, глава 5, стих 18. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.